Добрый день, друзья! Сегодня хочу сделать инструкцию по расстановке партнеров в кабинете DuoLife. Итак, мы зашли на официальный сайт DuoLife, переходим в личный кабинет, вводим ваш email и пароль, или же ваш ID вместо email. Выберем русский язык для удобства. Здесь переходим в структура. Если вы зарегистрировали нового партнера, то вы можете увидеть, что у вас есть новый человек, и он отображается как кандидат. Не как Клубович, а как кандидат. И если зайти в список лиц в зале ожидания, то этот человек у вас там будет высвечиваться. Если бы мне нужно было разместить подо мной этого человека, здесь просто можно было бы нажать вот этот вот плюсик. Но так как мне нужно разместить, у меня уже первая линия занято, мне нужно разместить человека в глубину. Я захожу сначала в структуру карьеры. Здесь выбираем дерево. И здесь мы можем выбрать, во-первых, масштаб. Можно уменьшить, да, для удобства. И вот этим вот джойстиком мы можем передвигаться ниже, вправо, влево. Здесь мы нажимаем плюсик, и у нас идет обновление дерева, и мы погружаемся глубже. Да, вы видите, что здесь открылась больше, структура у нас более глубокая. На данный момент я хочу вот сюда зарегистрировать под этого партнера, вернее поставить под этого партнера. Нажимаем плюсик, идет обновление дерева. И здесь у меня появляется вот такой вот как безликий человечек. Нажимаем еще раз на него, и мне предлагают ввести того человека, кто у меня висит в зале ожидания. Мы нажимаем ввести. Идет обновление дерева. Итак, в структуре карьеры мы разместили этого человека. Желательно обновить страничку и переходим в пассивную структуру. В пассивной структуре нам нужно проделать то же самое. Здесь вы можете немножко по-другому расставить человека, но в моем случае я буду расставлять точно так же, как и в карьерной структуре. Здесь снова нажимаем плюсик. У меня открывается следующие несколько линий структуры, и я могу опуститься. Да, и здесь точно так же я могу поставить человека. Снова мне предлагают ввести. Выбираем. Идет обновление дерева. Все, обновилось. Я вас поздравляю. Новый партнер теперь получит уведомление о том, что он является Клубовичем. Здесь вы видите, он у меня уже пропал. Список в зале ожидания, если зайти и посмотреть, там также его нет. И этот человек уже является партнером. У него будет точно так же полноценный кабинет, как и у меня. Да? До того момента, как вы человека разместите, у него нет возможности приглашать людей. Да, у него кабинет, скажем так, не полный. А с того момента, как вы разместили человека, вам компания дает 72 часа на то, чтобы вы разместили человека. Иначе она это сделает за вас, и человек станет в первую свободную ячейку в пассивной структуре и в первую линию в вашей карьерной структуре. Как только человек становится Клубовичем, то есть он является полноценным партнером, у него есть доступ к вот этим инструментам, то есть партнерская ссылка для регистрации, партнерская ссылка для магазина. Я надеюсь, что эта инструкция была понятна. Всего доброго, с вами был Сергей Мартынец.